Тем временем в плену у исламских боевиков оказался французский гражданин. Его имя Эрф Гурдель. Отмечается, что его похитили буквально через несколько часов после того, как исламское государство озвучило угрозу в адрес Франции, осуществившей ряд воздушных атак в Ираке. Вчера в интернете появилось видео, на котором француз обращается к президенту Франции. Господин президент Оланд, эта вооруженная группировка потребовала от меня обратиться к вам с указанием не проводить интервенцию в Ираке. Исламисты потребовали от президента Оланда остановить бомбардировки их позиций. На размышление ему дано 24 часа. В противном случае джихадисты намерены действовать по отработанному сценарию. Официальный Париж уже подтвердил факт исчезновения и подлинность видео. Однако, как сообщается, Франция не намерена уступать шантажу. Под вопросом оказалась наша безопасность, но и речи не может быть о том, чтобы уступить угрозам террористов. Мы принимаем все возможные усилия вместе с алжирскими властями, чтобы добиться освобождения нашего соотечественника. Но не стоит скрывать, что ситуация критическая.